Уважаемые жители, гости города, поздравляем вас с сегодняшним прекрасным днем. Сегодня, к юбилею, 55-летию города, сама погода нам подарила чудесный день, а вам чудесное настроение. С праздником всех! Сейчас разрешите подвести итоги республиканских соревнований по велоспорту. За участие в любительской велогонке награждается золотой медалью Дмитрий Макаров. За второе место награждается Евгений Леонтьев. И третье место Артем Солонуха. Приглашаем на сцену.